особенные тона, торжественные, радостные. И сама сцена выглядит более чем необычно, но тем не менее в этом есть определенного рода символы. И я именно о них коротко хочу сказать. Ну, во-первых, сегодняшний концерт – это, можно сказать, подношение, музыкальное подношение Государственного академического большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, солисткой которого уже более 30 лет является Эмилия Андреевна. И, соответственно, это первая значимая цифра. Но, наверное, надо отступить чуть назад, поскольку вот этот звездный путь, который сегодня возносится к такой вершине, был начат в 1963 году, когда одновременно началась карьера солистки и карьера оркестрового музыканта. Солистки, потому что именно в этом году Эмилия Андреевна победила на всесоюзном конкурсе в Ленинграде. И в этом же году стала солисткой Государственного оркестра Московской филармонии, где тоже почти четверть века работала со своими коллегами. Ну а потом вообще 60-е годы – это звездопад, поскольку это победа на международных конкурсах в Израиле, в Соединенных Штатах Америки. И вот именно это начало определило сошествие тех звезд, которые потом выразились в композиторах, поскольку очень многие композиторы специально писали для «Москвитины», в концертных программах, в дирижерах, с которыми принимала участие Эмилия Андреевна. Ну и, конечно, я особенно хочу сказать о том вкладе в историю Московской консерватории, потому что Эмилия Андреевна – это продолжатель великой традиции. И как раз этот год для нас особенный, потому что это юбилейный год кафедры арфы, это юбилейный год Веры Георгиевны Дуловой, которая была воспитателем Эмилии Андреевны. И надо сказать, что именно Эмилия Андреевна основала конкурс, международный конкурс имени Дуловой, который уже много лет проходит с 2000 года в стенах Московской консерватории. И, конечно, вот это продолжение еще связано с сегодняшним юбилеем, который мы фактически весь этот сезон отмечаем. Это 150 лет первого выпуска Московской консерватории. И мы имеем возможность увидеть во всем блеске нынешнее поколение тех, кто был воспитанником и стал профессором Московской консерватории. Это и есть Эмилия Андреевна. Мы вас очень любим. Мы счастливы, что вы в Московской консерватории сегодня отдаете силы и весь свой опыт вашим многочисленным воспитанницам. Поэтому позвольте преподнести вам цветы. И подарок Московской консерватории, который мы наблюдаем, оставить на удовольствие. Знаете, у нас есть небо, на небе звезды. Не всегда их видно, иногда тучи их скрывают. Оркестр – это тоже звезды. Ну вот, наша главная сейчас звезда – это именно. Так что весь наш оркестр глубоко поздравляет и гордится, что мы вместе. Дай Бог, чтобы это продлилось как можно дольше. Спасибо.